поэтому, может быть, не все еще успели добраться до Сибур-арены. И эйс от Мэтью Андерсона. 2-0, Казань повела. Как хитро мяч-то послал, а? Да, он... обладает мощнейшей подачей. Как сейчас хорошо сыграл Александр Будько. Будько, да, увидел поле, как говорят, да? Там научился играть в волейбол. В 16 лет уехал в Ярославль. И такая потрясающая карьера волейбольная у него. Да, в аут уходил мяч. Не увернулся Артем Зеленков. Куда подали? Ну, поскольку он не владеет этим элементом, мяч улетел в аут. За голову Михайлов по линии. Червяков прекрасно в защите. И Комеха забивает на тройном. Да, вот этой игры ждут болельщики, конечно. Вич. Подал. И хорошая разорванная передача такая. Сейчас крутил Любурич прям. Это какая-то несогласованность, видимо, что-то они там не договорились. А вот сейчас сложности с приемом, но нет сложности в атаке у Вильфреда Леона. Тройной блок, не тройной, поставим. Максим Михайлов. Опять Зеленков справляется идеально со сложной подачей. Но Вольвич отлавливает Червякова. А Михайлов, Зеленков в защите чудеса творит. Сиважелис будет по рукам, опять... Даже Андерсон там ластается. Посмотрите, мяч вообще не падает. Обман, браво! Причем обман был вы... Если правильно их исполнять. Эльфредо Леон выбивает с приема Зеленкова. И Любович будет на тройном. Очень активно и очень качественно забивать. Дорогой. Шульгин будет подавать. Но 21-24. Три сетбола у Казани. Выигрывает с первого предъявления Александр Будько. 25-21. Никого не должны в первой партии у Леона никого не должны вводить в заблуждение. Любарич, обман. Да, вот это у него уже вторая такая скидочка. Любарич на подаче. Фреда Леон по линии. С затяжкой, с оттяжкой. Я бы назвал его лучшим волейболистом мира. Ну а здесь Максим Михайлов. Эйс! 9-7. Артем Вольвич. 213 сантиметров. Вот с высоты этих 213 плеч от прыжков. Ну здесь Панков. Результативно посмотрим. Не рискует, просто перебивает Зеленков, идеальный прием. И Комеха сегодня лютует. Просто лютует. Четвертая зона. Смотрим. Но вторая партия более напряженная, это надо признать. И он все равно рискует. И будет хорошая доигровка у Казани. Первый темп Вольвича. Работает как часы, по-моему, со 100%. Александр Волкова вышел на замену во второй партии. Кстати, он капитан команды петербургской «Зенит». Опять первый темп, да? Ну все, пока Вольвич на передней линии, Будько отдает ему все, причем играет так... Евгений Сиважелис.
Михайлов включен в сборную. Да, Кирюков будет подавать. Без блока оставили Самойленко. Гадали игроки Петербурга. Имеет на это... Подача. Аут был, но неважно, раз взял. И сам же поднял в защите. И будет еще одна возможность защищаться, но указание хорошая атака. Леон на одном блоке! Попадает в контроль! Сильная была подача. Люборич. Андерсон на месте. Вильфредо Леон от блока в аут забивает этот тяжелейший мяч. 25-22. Но, правда, эйсов пока так и нет. Вот это уже без блока Самойленко, да. Самойленко. Но раньше говорили... на замену. Из двух атак он не реализовал ни одной. Вот сейчас первое его очко в атаке. О, а здесь Сергей Червяков. В каждой игре такое же случается. Ащев на подачу. Ну, а здесь он безупречен. Домеха говорит, я виноват. Ну, что ж тут... говорит, да. Атак Павел Панков. Плот. Первый темп. Артем Волин повторяет. Кулич прав, что не рискует на подаче. 10-9. Ну, находит легко возможность отдать Леону. Он ждал, чтобы оттуда... Он, конечно, украсть любой чемпионат, и наш был не исключение. Мы наслаждались его игрой несколько лет. Первов сыграл! О, и на противоходе, да. Одновременно. Клубом, который лучше в мире. Это казанский «Зенит». Пайп. И здесь опять Вербов. И здесь Пайп. И здесь опять Вербов. А здесь Андерсон, да. Нет-нет, да и напомнить, что он... Артем Вольвич поверх блока. Причем два человека... Максим Михайлов будет заряжать свою пушку. И у него это получается. Но Артем Зеленков только без травмы. Готовятся к самому яркому кадру. Червяков. Вот Мэтью Андерсон, которого мы не видели всю игру. Концовки проявляет свои лучшие качества. Конечно. И приносит победу. И чемпионское звание казанскому «Зениту». Поздравляем команду Владимира Олеговича. Замечательно. Ну какие мастера сегодня были на площадке. «Зенит» из Санкт-Петербурга. Ну, в общем-то, был не мальчиком для битья, хотя очень трудно.